who is in the cemetery? Почему вот этот ритуал, когда мы идем на кладбище, ставим стакан, кладем хлеб, почему вот именно вот этими действиями мы показываем, что мы помним и уважаем предков? Вот в чем вопрос? Почему, например, мы, не знаю, другое не делаем там? Не поем и не танцуем вокруг этой могилы, да? Почему вот именно, понимаешь, как бы вот в чем вопрос? Какие-то традиции поют, чуваши, поют. Почему вообще это делаем? Это кому? Кому это делаем? И где вот тот, кому мы это делаем? Ну, в нашем сердце же. Yeah? So, Father. This Father in all the heart, for whom we do it? Yes. Yes, for whom and why we do it? Why do this? Why we do this, Otsama, and... This is traditional. Russians are intelligent people. Don't give answer like this. There is a reason behind it. Why you, father is in the earth? Father is in the... You are a translator, huh? Ваш отец в земле. Почему мы это делаем? Your father is in the... Но это для себя не родится, только там села. No, it's not that. Why did you do this? Why do you do tradition without reason? Почему вы делаете эти традиционные действия без всякой причины? Так это и есть память о предках. Да, они нам это рассказали. Because this is the memory about our people, about our relations. We know this tradition. Memory? Да, from mind. Our relations. Mind, memory. Ну, вы знаете, есть как бы есть же толкование достаточно простое, что когда вот на поминках ставят стопочку хлебушек кладут, и потом на кладбище приносят предкам, это значит, что их приглашают в мир живых, чтобы с ними разделить, ну, вот некие материальные субстанции, чтобы предоставить им некую материю для того, чтобы их сознание сюда пришло и быть с ними, соприсутствовать. Предоставляется некая субстанция, которая позволяет им, ну как бы духу, ну, некий соприсутствовать вход. С участниками. То есть это их призвать их, чтобы соединиться с ними. Ну, это такой портал. Like a portal which we create with these materials, substances like bread and vodka or water, it connects us and we invite them to share with us this world, with these emotions or... Of this person. So where are these people? Well, usually in our tradition we think that it's the... In Christian tradition it's two ways, it's hell or heaven. And there are some spirits, some souls who become ghosts, like who, and some who becomes like angels who can care of you, see you okay so, or not. Let me tell you, when are people going to hell and heaven? When is the time that you will go to hell or heaven? Is there an examination for this? Когда наступает то время, что человек идет либо в ад, либо в рай? Есть для этого либо специальный экзамен. Но перед смертью, before he dies, this like small moment, few seconds, when all life, all his life is coming inside his eyes and... So we have to die. Проходит вся жизнь. Да. So it's only at the time of death. Это тот момент, когда решается, куда он пойдет, туда или сюда. It's a physical death time. I mean, when you become 60, 70, 50, when you die in this moment, huh? Yes, in Christian tradition, yes. That means we have no moksha in this living time. Означает, что у нас нет возможности получить свободу в этой жизни. We never go to heaven, right? Well, то есть, в общем, рай нам не светит. Why we cannot go to heaven? It depends on how we act during our life. Okay, if we acted best in our life, can we go to heaven when we are living itself? Yes. It's Christian. Yes. In Christian tradition. Нет, я спрашиваю, можем ли мы войти в рай сейчас, вот пока мы еще живы. В жизни он спрашивает, хотя я переведу, подождите немножечко, я просто переведу, потому что не все понимают. Завязался такой диалог, а он говорит, а когда мы понимаем, что начала переводить, что когда человек понимает, что он идет в ад или в рай,
девушка говорит, что вот когда человек умирает, и вот в этот момент всю жизнь у него проходит перед глазами, да? А Шан говорит, разве только когда умирает? Они ужили при жизни. Вот пока мы живем, мы не можем попасть в рай. Почему только это в момент смерти решается? Ну, вот, по христианскую традицию завязался такой диалог. Если ты попадешь в рай, ты не будешь работать. Вот когда человек любит, вот я люблю сейчас, да, я в раю. А если я сейчас кого-то ненавижу или ревную, завидую, тогда я в аду. If I love somebody, I feel that I'm in a hell. If I jealous, I put myself in the hell. This is true. So when if you love somebody, you are in heaven. So after this is okay. You are now in heaven. You love somebody. Хорошо, ты сейчас в раю, любишь кого-то. I love you. And you love me, we are in heaven. But now you are heaven. So now you are going to your father's graveyard. Ты идешь на могилу отца. Вот есть это состояние, хорошо. From heaven. And you give him this food. И вот ты с этого рая идешь на могилу отца и даешь ему еду. And you tell him that you stay there. А ты говоришь ему, ты находись там. Next year also I will come. На следующий год я опять приду. And you should be here. I will give you every year bread. И чтобы ты был, you should be. You should be here. Otherwise, how can I give? И ты должен быть здесь, иначе как я тебе дам еду? Now why don't you save him now? Save? Почему не спасти? Save, Savior, Savior, Jesus Christ. Even Jesus Christ went to the hell. Даже Иисус в ад спускался. Даже Иисус спускался в ад. At his time of death, it is written that he went to the hell and liberated many, many saints who were in hell. Даже в момент смерти Иисус спустился в ад и был как бы... Liberated. Освободил несколько душ, которые святых, которые были в аду почему-то. And they also came with him and went to heaven. И после этого они тоже, все эти души освобожденные, поднялись с ним в рай. Why cannot this bishop and this monarch give moksha to these people in the death? Почему они не могли дать монах им? При жизни не могли им дать. Это христианский монах. Да. Why he all every year do this? Why he say tell this atma go to heaven? Почему он при жизни не может дать им вот это освобождение, христианский монах? I have no time every year to come and give you bread. Я не могу каждый год приходить давать тебе хлеб. Почему-то он сразу не может отпустить. Why don't you say, don't cry, не надо плакать, don't cry, come on. Почему он может сказать, не надо плакать? Why? Идите в рай. Почему? Да, потому что мы не умеем. Oh? Потому что не заслужили. We don't know how to do that. Then who knows? Кто знает? Он говорит, мы не знаем как, а кто знает? Мы заработали, потому что... Maybe he also don't know how to do it for us. One day we also die. Maybe it's only our intent. Но когда человек умер, это уже его история, а мы же живем со своей историей. То есть мы внутри себя, мне кажется, так. When person died, this is his story. But maybe we have other stories. How can? Как это может быть? It's our story. Это тоже наша история. То есть, вы понимаете, он все про дедушку объясняет, просто он с разных сторон объясняет. We want to cry. Мы хотим плакать. We want to cry. So we tell this, that you are crying, I also cry. Мы приходим на могилу и говорим, ты плакал, и я вот сейчас плачу. Ну, слушать его в себе. Can we hear him? That's what I ask. Поэтому он спрашивает. Never go to lecture without reason. Не ходите на лекции без причины. For every action there is a reason. Для каждого действия должна быть причина. Why did you do this karma of ritual? Why? Nobody gives me answer. Not good answer. Everybody do, so we do. No.